Всем привет, ребят, меня зовут Тим, и это буст подписчика, да, человек как бы выиграл, пусть и новый у него аккаунт, но что поделать, уже выиграл, значит выиграл. Ребят, чтобы принять участие, обязательно посмотрите видосик от начала до конца, и в течение видосика я вам скажу, как принять участие именно тебе. Окей, что будем делать? Но нет, это на самом деле полная прям вообще подстава, попробуем хотя бы все 25 заполнить, в дальнейшем, я думаю, самостоятельно будет, да, как бы развивать. Подписчицу зовут Соня. Окей, что мы будем делать? Ну, я не знаю, нужно будет вводить все коды. Давайте первое яйцо с вами выбьем. И, воу, базовая, ничего себе. Я думал, будет не базовая, ну да, понятно. Никаких квестов, вообще ничего нету, ребят, одна пчелка, ничего не выполнено, понятно. Но это жесть вообще просто. Окей, будем фармить, что делать, то еще больше нечего делать. Сейчас я, ребят, буду вводить коды, тогда вам покажу кодики, которые, в принципе, актуальны на данный момент, да, для вот как раз тех, кто именно начинает только играть. Но, прикольно, чё. Итак, ребят, вроде бы все коды ввел уже, которые нужны. Вообще все, на все, в принципе, коды я вам оставлю, если что, ссылочку в описании, да, чекайте, смотрите, ребят. А проблема в том, то, что, смотрите, подписчик создал, видно, новый аккаунт не так давно, и не привязана ни почта, ни телефон, соответственно, я не могу не купить никакой геймпас, это не мой косяк, косяк подписчика, ребят, смотрите. Суть в том, то, что я, конечно же, делаю буст и покупаю в зависимости, смотря сколько вы надонатили. Если вы надонатили на медведя на стриме, то, конечно же, когда я беру на буст, то покупаю, ребята, именно медведя. В этот раз она донатили чуть меньше, донатили, да, ребятам. Женька с Наташкой, они очень часто донатят, скажем им спасибо, ребят, и за счет их они надонатили. Но то, что они надонатили, у нас отправится на следующий буст. Чтоб, ребят, принять участие, нужно посмотреть видосик от начала до конца. Обязательно ты должен быть подписан, написать свой игровой никнейм, кинуть запрос в друзья на мой, ребята, профиль. И рандомайзером я выберу, как, давайте наберем здесь, давайте 200, 200 лайкосов, ребят, наберем, так я сразу же буду выбирать вас на буст. Покупаем, ребят, вот такую еще палку-копалку. Да, могут принять участие, ребят, абсолютно все, потому что можно выиграть кабади, мало ли у тебя кабади, допустим, нет, почему бы нет, да, почему бы не принять. Так, это я тоже не могу одеть, что мне нужно? Мне нужно черники, нужно, ага, все, в принципе, я понимаю. Окей, погнали дальше, сейчас попробуем еще, посмотрим, сколько у нас пчелка стоит. Если нам хватит, то мы сейчас, конечно же, купим и выбьем. Также, ребят, попробую в бусте набить максимально, в принципе, пчел, то есть 25 на данный момент, и попробую еще сделать более-менее сбалансированный улей, если все это, конечно, получится. Покупаем одно яйцо, покупаем два яйца. То есть у нас уже три пчелки есть, мы только начали, ребят, играть, если что. 35 билетов у нас есть, закидываем раз яйцо, вылупляется басик, окей. И вылупляется басик. Давай покидаем по семечке, почему бы нет, потому что левел сразу, смотри, на третий с одной семечки. Да, круто. Да круто же, да? Эй, семечку, я говорю, хочу кинуть. Ну, окей, зависли мы, перезахожу я. Также, ребят, основные моменты все я вам покажу, и вы поймете, как более-менее хотя бы я здесь бустил, как играть. Буду сейчас квесты выполнять по возможности, покупать, конечно, пчелок. Пчелок вам всех буду показывать. Также заюзаем и метеора шторм, да, который тоже, ребят, я вам покажу. Первый квест сразу же выполняется, пока я бегу просто даже вот до Мишки, до мамы Мишки. Угу, забираю у нее квест тоже, потому что квеста нужно максимально. Потом нужно будет к ученому мне бежать и у него тоже, в принципе, выполнять. Так, сейчас одну печенку кинем, у нас вроде бы есть она, да, как раз одна есть, хорошо. Подбегаем к черному медведю, сдаем квест и, конечно же, сразу забираем квест, он нам дает еще меда. Так, на пчелку нам вроде бы как бы пока не хватает, но окей. Так, с одуванчика, сейчас как раз побежим на квест и выполним, конечно же, одуванчика. Пока стоит, пусть дает мед, давай кинем одну печенку, yes, окей, выполняем квест один. Побежали до мамы Мишки, до нее, в принципе, ближе бежать. Сколько у нас яйцо стоит? Яйцо стоит 4250, окей. Подходим к ней, сдаем квест, забираем ништячки и забираем новый квест. Так, лакомство своим пчелам, 5 штук, хорошо, окей, принял, понял, принял, понял. Также, ребят, нужны батлы нам, для того, чтобы наши пчелки тоже уровень и левел повышали. Окей, они сейчас ее, в принципе, убьют более-менее легко. Я думаю, повысится у некоторых даже левел. Не, не повысили, зато выпали кубики, отлично. Копаем листочек, забираем печенку. Так, нам нужно через одуванчики. Так, тут сейчас жуки будут.
Но мы их, я думаю, да, убьем все-таки. Ой-ой-ой, у меня еще и пчелки устали. Вообще отлично просто. Я их бил-бил, они улетели, прикиньте, ребят. Окей, у них пока мало энергии, но ничего страшного. Иначе берем квест и идем через одуванчики, отдаем другой квест. Так, забираем квест, залетаем. Так, белая пыльца и поле с грибов. Окей, сейчас, значит, мы пойдем через одуванчики с вами, потом пойдем через поле как раз у нас мухоморова, короче. О, Хайништор, отлично. Кто-то либо заюзал, либо Аннет нам дал его. Так, давай посмотрим, может кто-то так. Ага, заюзал, спасибо. Женька заюзал. О, нам сейчас еще, смотрите, хватит на пчелку. Билетики, билетики, билетики. О, нет! Так, подходим, сдаем квест. И забираем квест. Так, ребята, бот, в принципе, продолжать. Подходим, покупаем. Следующая 6708. Басики яйцо кидаем. Обычно, не удивлен, вообще ни разу не удивлен. Так, скормить лакомство вверх. Нужно будет переводить, ребят, на английский язык, потому что накормить 5 лакомств своим пчелам. Я сейчас дал семечку одну, и вообще не выполнилось ни разу. Пока бежим, ребят, выполняем еще квесты все получаются. Так, раз, квест получается, сдаем. Забираем. Подходим, сдаем. Забираем, вообще не абсолютно ничего сложного. Пчелка у нас уже будет пятая, ребят, если что. И мы можем уже идти в новую локацию и брать новые квесты с вами. Давай, выкидываем, вылупляем. О, нет, я нажал перезаход случайно. Так, кидаем семку одну. Да, давай, левел вверх. Кинь, одарилась, ничего страшного. 10 лакомств, давай кинем пока 5. И да, у нас 5 остается. Так, красные пыльцы, хорошо, все понятно. Понял, принял. Идем, ребят, через клевер. Сейчас попробуем убить все-таки жуков. У нас уже стало побольше, у нас стало 5. Если что, уже 5 пчелок, да, 5, 5, ребята, 5. Это достаточно много. Потом посмотрим, сколько, кстати, времени вообще, в принципе, заняло. Потому что, да, он не играл человек вообще абсолютно в эту игрульку. Подходим, отдаем, забираем. Можно походить поубивать Монда, но, ребят, это долго будет. Я не вижу целесообразности в этом, так что I'm sorry. Убиваем жука-носорога 8-го левела. А, нет, 1-го левела, да. Забираем тикет. На него не лезем. Идем дальше. Так, убиваем одного жука, забираем черничечку. Так, надеюсь, тут тоже чем-нибудь выпадет вкусненькое. Хорошо, мед так мед. Залетаем к панде, ребят. Забираем у него квест, одну божью коровку убить. Сейчас пойдем, кстати, возьмем рольку Джельку, и у нас еще росточек есть на пауке. Сейчас я, ребята, если что, попрошу. Так, залетаем в магазин. Так, боты можем купить, это хорошо. У нас есть две рольки Джельки, предлагаю кинуть, почему бы нет. Так, окей, лакер, локер, лакер, локер. И давай вот сюда кинем, почему бы нет. Так, тоже неплохо, в принципе, эпическое. Хорошо. Сдаем мед, бежим к черному мишку, потом попробуем пойти на паука. Забираем квест, то есть отдаем квест и забираем квест. Так, берем бег. Так, тут уже ребята даже без помощи, без меня, точнее, уже сами самостоятельно поняли. Окей, спасибо большое. И рольки джельки, конечно же, ребят, рольки джельки. Чем будет разнообразнее, тем будет мне лучше и удобнее и проще играть. Клубничка. И все, да, мы больше ничего не успеем. Все равно неплохо, неплохо. Меда неплохо налутали на самом деле. Убиваем божих коровок первый раз здесь. Выполняем сразу же квест. Так, залетаем к панде. Отдаем квест, ребят. И забираем квест. Залетаем в магаз, покупаем раз яйцо. Сейчас сдаем чуть-чуть меда и покупаем второе яйцо. Пока стою, ребят, сдаю мед, кидаю яичко, вылупляем обычно, не удивлен. Берем подсолнух, ребят, вот так вот берем. Левел вверх, окей. Берем, нам на 5 штук еще кинуть, чтобы выполнить квест. Тратим с умом, излишки, ребят, не тратим, точнее, стараемся не тратить лишнего. Так, квест выполняется, слышу. Так, кидаем раз, рольку, джельку. Окей, стубран тоже неплохо. Бомбер тоже неплохо. И давай в нижнюю кинем. О, Бакуби, отлично, синий эпос. Залетаем, берем и вылупляем. Обычно. Ни одного. Пока пасеки, ребят. Получается, мы уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь я пчел и все басики. Просто лаки мэн. Сдаем и забираем. Одну рольку джельку. И кидаем, по-моему, у нас здесь. Да, да вот, есть басик, в принципе. Давай на него кинем. О, морозная, хорошо. Отлично, просто. И давай куда-нибудь вот сюда кинем 15 печенек. Так, левел вверх. А, давай же сюда же и кинем, почему бы нет, окей. Подходим, сдаем квест и забираем новый. Выполняем квест, сдаем квест и забираем новый квест. Покупаем. Вот сюда кидаем наше яичко. Берем рольку джельку, да, давай на эту кинем, почему бы нет. Крутая пчела, тоже новый вид, хорошо. Нам нужны, ребята, новые виды. То мы кинем вот так вот. И побежал я дальше выполнять.
Оу, ребятки, смотрите, серебряное яйцо. Его можно, в принципе, потратить, потому что оно никуда не нужно, то есть для масок. Золотое, ребят, яйцо, либо даймонд яйцо, конечно же, не тратьте. Не вижу в этом вообще абсолютно смысла сюда его выкидывать. Так, забираем ништячки. Очень часто, кстати, от ребят падают, что очень хорошо. Вот, а следующую покупку нам нужно будет с вами шлем делать. Так, давайте все-таки серебряное выкинем. Я надеюсь, будет не вот сюда. Раз, два, три. Давайте, с вас лайкос, с меня яичко. Йоу! Шокировано, но-но! Да, вот сюда, вот так вот, левел вверх. Залетаем, покупаем, ребят, поезд. Окей, ребят, пока сдают, давайте кинем на басика, посмотрим, что выбьет. Бомбер неплохо, неплохо пойдет, окей. На ранней стадии, ребят, через бомбы играть, в принципе, неплохо. Так, покупаем следующее, 53, окей. Берем и, да, без разницы, давайте куда-нибудь вот сюда кинем. И басик, понятно. Даем семку, кидаем сразу же все печеньки, кидаем сюда печеньки. Так, отлично, ребят, намутили чуть-чуть ролик, джелик, бежим пока. Так, начинаем сдавать, пусть у нас сдается пока. Что? Пока мы что делаем? Все правильно, паролим немножко. Так, кидаем на нашего басика. Здесь басик вроде был, брейв. Давай переролим, крутая, окей, ладно, оставим. Вот этого крутого переролим. Так, упрямая. Нет, наверное, давай, ладно, окей. Ничего не поделаешь. Не дает нам красных, вообще абсолютно не дает. Так, забираем тикет, пусть будет, почему бы нет. Сдаем квест. Итак, ребят, у нас, конечно же, зона открыта за 10, потому что сколько у нас? У нас как раз 10 есть. 9 видов мы с вами открыли. Сейчас здесь мы не заюзаем, потому что он в клуб не вступил. Если захочет, то, конечно, вступит. Хорошо, пока, короче, копаем мы. Давай зайдем с тобой, получается. О, вот это нужно точно забирать. Мы еще в магаз с тобой зайдем. Так, забираем. Семку, семка, семка наша. И буквально еще чуть-чуть. Он даже прыгнуть не успеет, да. Так, идем в бейджи, забираем вот этот первый бейдж. И все, наверное, пока что. Туда, да. Забираем ананасик, тут бесплатный всегда есть, если что. И там тоже что-то у нас где-то было, сейчас я вам покажу. Улитку, понятно, бессмысленно, ребят, убивать. Забираем клей. Не надо пока тратить ничего, не клей. Вообще не нужно, ребят, на таких стадиях что-то тратить лишний раз. Не нужно юзать клеи, коды. Нужно коды, ребят, юзать уже вот будет 35-40 пчелок. Можно будет поюзать коды, позабирать печенки атомные и так далее. Окей, давай поиграем, не так дорого стоят. Там запомнить, окей, вот этот хотя бы заберем. Почему бы нет? Бы в плюс. Залетаем, 50 меда стоит. В принципе, мы можем купить. Палку можем купить. Следующая 125. А давай, наверное, нет, нам надо все-таки канистру купить. Я сейчас кое-что сделаю. Я сейчас заполнюсь полностью. Сдам вот здесь, ребят, за один тикет. Смотри, подходим сюда, сдаем за один тикет. У нас 54 тысячи сразу же с тобой. Покупаем такую канистру. Так, потом мы будем через канистру примерно покупать. Либо самую дорогую за 1 250 000. Все, сейчас бежим назад, выполняем все, в принципе, квесты. Так, отдаем. И забираем. Так, 15 божьих коровок. Ух, как много. О, Женька заспамнил росточек, спасибо. Так, залетаем, покупаем. Идем, сдаем, получается, квест. И сдаем потом мед. И, соответственно, забираем новый. Я надеюсь, красная какая-то нам выпадет. У нас вроде ролик, джелик более-менее. Сейчас паролим. Здесь лего, возможно, какая-то выпадет. Нам белая пыльца, 10, в принципе, немного. Так, закидываем басик, ничего удивительного. Так, кидаем так, левел вверх, хорошо. 8 ролик джелик, если что, кстати. Окей, что-то такое, оп. Упрямо, нет, давай другое что-нибудь. О, шмель, он такой не был, у нас пусть будет. Так, давай в шоке-то покидаем. А, так, шмель опять, крутая, нет. О, командир, отлично. Плюс алмазное яйцо с туннеля, поздравляю. Давай в бомбера еще покидаем. Просто хочу, ребят, покидать. Брейв нет, крутая нет, шмель. Ну, окей, оставляем. Нам некуда деваться с вами. Сдаем. И забираем. Морозная пчела любит чернику. Так, подлетаем, сдаем. И забираем новый. Да, покупаем шлемак. Залетаем за еще одним яйцом. Следующая 120, окей. 120 либо пчелу, либо палку. Наверное, палку я возьму за 140, насколько я помню, она была. Залетаем сюда. Сдаем. Забираем. Обычно удивлен. Так, 50 лакомства пчелам. Значит, давай, наверное, вот сюда мы кинем. Потом еще вот сюда мы кинем. Убирайте, ребят, все росточки. Смотрите, где они спамятся. Если вам будут еще и писать, говорить, то вообще будет отлично. Так, у нас еще и ночь. Ох, как сейчас насыщенно все будет. О, легендарный. Отлично. Блин, ну я тут особо, конечно, не помощник, но в любом случае мне мед нужно накапывать. Я думаю, мы сейчас с тобой копнем тут. Так, ну мне надо преимущественно ролька джелька. Так, масло, да, это все забирай. Так, рольки джельки, ребят, мне нужны рольки джельки. Очень много ролек джелек. Так,
Пень, в принципе, маленький. Так, есть росточек, но я пока тратить, наверное, не буду его. Ночь, так, глиттер забирай. Окей, я надеюсь, яичко ты, если что, соберешь. Смотрите, что вообще, в принципе, есть. Так, росточек забираю, а ты не успел. А, 125 она, окей. А следующая 300, можно было, в принципе, на нее, но пропустим мы ее. Так, также, ребят, залетаем вот сюда, в лабиринт. Идем прямо, 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 потом направо. Оп, семяночка. Короче, здесь нужно походить, здесь тоже всякие приколюшки есть. Да, вот, ролька есть. Все, и отсюда просто выходим. Залетаем, ребят, в магаз, мы здесь, в принципе, ничего толком даже взять не можем. И не знаю, есть ли смысл что-то брать или нет. Но мы можем взять рольку-джельку, это во-первых. Во-вторых, мы 5 видов, окей. Так, подлетаем, ребят, покупаем еще одно. Это, по-моему, 13-е, вроде, если не ошибаюсь. Да, вот, 13-е. Окей, кидаем куда-нибудь вот сюда. Вообще без разницы, куда кидаем. Басик опять не удивлен. Нам вообще ни одного, прикиньте, кроме басика, ничего реально не упало. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно 3 рольки-джельки заюзать. Так, кидаем раз, бомбер. Окей, ладно, пока оставим. Кидаем на второго. О, наконец-то хоть что-то, ребят, красное. Неужели? Ничего себе. Давай сюда кинем еще. И, окей, колби, колби. Ну, давай еще вот так вот, наверное. Во, хорошо, измученная. Красная. Так, да давай, наверное, клубнички кинем. Почему бы нет? 9, левел 10. Мне нужно до какого хоть уровня здесь поднять? До 6 левела. Может быть, он поднимется у нас? Нет. Так, давай, да, его поднимем. Окей, все, подняли, квест выполнили. Нужно просто квест, ребят, в любом случае выполнять. Сейчас идем, сдаем, потом на клевере. Пойдем потом к мишке черному. Тоже зададим, он вроде бы как яйцо даст. Но я не помню, какое. Возможно, золотое. Если золотое, то я, наверное, не буду его использовать. Подходим, сдаем, забираем. Так, залетаем к бронзовому, сдаем. Забрать, наверное, не можем. Да, еще час целый, говорит. Забираем, получается, бэдж. Так, Critical Power, да, мы повышаем. Миллион еще, ребят, не наковыряли, но скоро-скоро будет. Сдаем. И забираем. Одну всего надо было, ничего себе. Купим по-любому. Так, у нас 272. 272, в принципе, дороговато. Нужно будет купить, я думаю, плечо, либо еще что-то такое. Там за 300 у нас, я помню, точно было. Так, давай сдадим, нам даст голд яйцо. Мы, во-первых, кидаем одно вот сюда. Да, если бы я бы голд заюзал, то можно было бы уже за 15. Ну, мы немножко подождем. Хотя можно, в принципе, за 15, наверное, открыть зону, а потом уже купить что-то за 300. И давай кинем рольку джельку. О, Хайни у нас не было еще. Она, в принципе, не особо полезна, но пусть будет. Итак, ребят, мы уже миллион забираем бэджик. Плюс спасибо за росточки. И смотрите, какой росточек у нас выпал. Да, золотой, золотой голдовский, ребятки. По максимуму. Тебе тоже нужно было собирать, конечно, потому что я-то такой себе сборщик. Так, от тебя как-то нужно уходить, а то ты сейчас нас закидаешь росточками. Тут. Так, я заполнил, мне дашь вот эту, ребят, не собрать. Прикиньте, прикиньте, не собрать даже. Так, ну давай сдадим квест. Возьмем квест. Так, давай покидаем рольки джельки. А, думаю, голдовская откуда у меня. А, и знаешь, что еще нужно нам сделать? Сходить еще купить, это будет 15, ребят. Можно уже будет мифики, получается, запускать. Да, кидаем сюда, без разницы, куда со мной басик выпадет, это ж понятно. Да, все, есть 15 у нас открылось с вами. Кидаем семечку. Семечку, 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 раз. И давай паролем что-нибудь интересное. Может быть, Фрости. Опять, да почему синева? Фрости, в принципе, хороший. Оставлю его. Давай, да, попробуем его. О, даймонд. Вообще хорошо, хорошо. Ребята, пошли легендарочки с новыми, с нами, с вами. Я уже чуть заблудился. Трансформируем. Букаби. Ай, Бравлби точно нет. Бомбер нет. Локер нет. Только что его... Стуборн нет. О, отлично. Отлично. Файр, ребята. Огненная пчелка. Хорошо. Да, давай, наверное, в медовый. Почему бы нет? О, отлично. Давай, наверное, в шоке-то еще покидаем. Так, локер нет. Ред нет. Колби нет. Я хочу новеньких, ребят. Фрости. Фрости неплохой, в принципе. Он как... Да. Но нет. О, Хасти. Хасти у нас еще не было, но мы ее не будем оставлять. Брейва точно нет, демо. Ну, давай демо оставим, почему бы нет. Окей, остальное мы оставляем на другой раз паролить. Так, розы, розы, я могу. Блин, сколько всего происходит, как вот не разорваться тут, а? Фу, успели. Так, сейчас мне тут помогут, все, изи, оп, хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, миссов много, понятно, потому что у меня только одна, кстати, на 6 уровень есть. И убиваем, есть, но немножко, да, 1-2 качнулась. Да, 2 качнулось до четверочки. Есть 7 шипов, ребята, в карму. Это хорошо. Еще осталось 243, что ли, по-моему, да. Хай мне шторм, хай не шторм, хай не шторм, хай не шторм.
Так, я надеюсь, они его добьют, пока я тут мед собираю. Либо он добьет меня. Все, добили его. Хорошо. Тикет. А че они дали ни яичко, ничего? Ну, так я так не играю. Так, идем к медовой, ребят. Забираем у нее сейчас квесты. У нее небольшие, по-моему, поначалу квесты будут. Главное, чтобы наш лут не пропал. Нам любой лут наш нужен. Оп, забрали. Нет, наш ананасик. Полярному, ребята. Да, теперь можно, кстати, Мондо подходить туда к воротам. Если ребята будут убивать, мне тоже будет икс падать, в принципе, от Мондо. Все, забираем. 18 квестов у него. Потом идет, ребят, полный рандом, если что. Итак, ребят, зашел в своего второго аккаунта. Сейчас я юзну миф и из него выхожу. Все, я юзаю. Здесь выхожу, здесь смотрим, куда падает. Чтоб мне туда прибежать побыстрее. Да, сверху. Я специально заготовился, чтоб мне, если что, раз и упасть. Хотя, может быть, на ананасе было. Вот это я, кстати, не глянул. Посмотрим, сколько мне дадут. Я постараюсь вообще тут по максимуму. Так, у меня, может, кстати, знаете, что есть? Ой, по-любому я юзну, чтобы мне быть чуть-чуть быстрее, потому что я такой нубяра, если что. Так, ребята еще хотят росточки покидать на клубничку потом. Так, эй, давай забирай. По максимуму нужно. Во, хорошо, уже полляма почти есть. Так, ну, мне нужно будет сейчас ходить тогда купить парашют, чтобы мне еще и полетать. Так, мне главное мед собирать. Мне главное собирать. Если что, одну пропущу, ничего страшного. Главное собирать, ребят. Чем больше соберу, тем лучше. Так, забираем еще медку и всего-всего-всего. Весь лут, ребят, собираю. Стараюсь собирать весь лут. Итак, ребят, что, 2,5 почти миллиона. Так, давай сдадим. Так, залетаем, ребят, мне нужно что-нибудь хорошее такое цепное. Давай парашют мы цепаем, потом корзинку, наверное, нам нужно. Где у нас тут есть корзинка? Ну, я и называл, конечно. Так, вот, 1 250 000, хорошо. Потом на 700 что еще мы можем купить? Боты мы не можем, давай пояс мы по-любому покупаем. И покупаем, так, право или лево? Левая или правая палочка, Твикс? Окей, покупаем эту. Залетаем, ребят, к ученому, забираем сейчас у него тоже квест. Я при него позабывал, если что. Бывает такое. Что-то прыгает, радуется, что-то собрал, видно. Так, спасибо большое, ребят. Так, сдаем, собираем. Ребят, видосик будет две части, если что. Во второй, ребят, части будем писать свой крас никнейм, лайкосики, подписочки. Все, ребята, там. Так что, ребят, я с вами не прощаюсь. Увидимся во второй, ребят, части. Ставим там лайкосики, пишем никнеймы и кидаем мне свой запрос в друзья на профиль, который в описании, ребят.